Добрый день, дорогие зрители. Какие нахер зрители, блин? У тебя нет аудитории, ты. Ну, кто это посмотрит? Сейчас мы будем играть в игру под названием Slender Elementary. Сейчас пойдет эта страшная музыка. Что ж, начнем. Возможно, меня будет слабо слышно, но ничего. Так, суть этой игры — найти 8 медведей в детской школе. Давайте выйдем на улицу сразу же. На улице, по-моему, побезопасней. Ну, я так считаю, в принципе. Не знаю, как остальным. Итак, ну что ж, пока что, в принципе, неплохая школа. Мы слышим детей. От них типа. Итак, нужно найти 8 медведей и не найти Слендера. Кто такой Слендер? Слендер — это длинный мужчина без лица. Ёб твою мать! Ух, нахуй, я обосрался. Мы нашли белого медведя. Я уже успел обосраться. Сука, как я обосрался, пиздец. Это что-то с чем-то. Блять, что-то мне не по себе. Ёб твою мать. Ебиш. А тебя нельзя, да, бэй? Хелп, помогите. Хо, хо. Обосраться. Ну что ж, пойдемся сюда. В принципе, тут ничего такого страшного. Ну как ничего, ебучего. Тупик. Это пиздец, если я повернусь. Его нет, слава богу. Ну что ж, ладно, пойдемся назад. Повернусь. Его нет. А еще раз. Ладно. Не катит такая фишка. Так, тихо. Может быть тут. Нет, все нормально. Вы слышите, я еле как нажимаю, а шаги идут. Ребят, не до вас. Давайте выйдем на место посветлее. Я думаю... Вот он! Ёбаный в рот! Хуеглот, сука. Давайте еще раз на него посмотрим. Ну, это... мужчина. О, вот он! Бежим! Итак, ну что ж, мы нашли второго медведя. Великолепно. Второй медведь найден. Еще 6. Ну, я не уверяю вас, что я найду все 6. Так как я думаю, еще максимум я найду 3, и я обосрусь и выйду. Ну как, я не выйду. Я сегодня буду играть специально для вас до конца. Для кого? Для вас. Для зрителей, которые сейчас смотрят. Какие меня. Зрители? Третий медведь, Влад. Вот теперь уже пострашнее. Твою мать! Кисуля, ты меня не пугай! Ё-моё, Владик, я обоссался. Что ж... Ух, блядь. Очень громкая музыка. Надеюсь, вы меня слышите. Вот он, блядь! Смотрите, вон он. Thank you.
которую папа... Мама! Мама, быстрей ко мне! Мама! Всем спасибо за просмотр, до свидания.